Всем привет, ребята! И я уже нашел еще несколько крыльев. Первые крылья находятся на карте Ферма 2. Вот. Около вот такой вот беленькой теплицы. Вот в этом дереве. Короче, нам нужно стать максимально маленькими, как я, да. Теперь это мой официальный скин, ребята. Короче, потом поставить порталы. И вот они, голубенькие наши крылья. Что ж, а мы переходим к следующим крыльям. Следующее крылья находится на карте Офис 2. Вот на, внутри этого бильярдного стола. Теперь мы просто становимся максимально маленькими. Нам каждый раз придется становиться маленькими. Теперь ставим вот такой, вот такие вот порталы и ставим в бильярдный стол эти порталы. И вот, вот белые крылья, прямо внутри бильярдного стола. Все, я их забрал. Теперь посмотрим, как выглядят эти крылья. Вот такие вот беленькие крылья. И вот такие вот крутые голубые крылья. Офигеть. Вот, и, наконец, черные крылья. Короче, нам нужно найти базу курочек. Опять максимально уменьшиться. Да, убираем порталы уменьшения. Вот, кидаем их просто нафиг. И вот в первой трубе, самой первой, находятся наши черные крылышки. Я их сейчас попробую забрать. Да, вот. Заходим. Да я смогу хоть раз нормально в эту трубу залезть. Ладно, попытка номер три. Да почему? Так, ладно, вот так подвинем порталы. Получилась какая-то фигня. Ладно, вот так вот сделаем. И... Да почему я не в трубе, ребята? Почему я не в трубе? Вот скажите, почему я не в трубе? Черные крылья очень трудно заполучить. Поэтому вам придется попотеть. Ну ладно, проще будет показать, как выглядят эти крылья. Ну, проще будет на камере показать. Ладно, этот монитор я сюда. Это деньги. Мне показалось какой-то баг. Ладно, короче, ставим вот в эту трубу. Да что ж такое? И вот... Да блин! И вот в этой трубе должны быть черные крылья. Да блин! Вот-то... Почему? Почему камера не засовывается нормально? Стоп, а может я не в ту трубу просто ставлю? Может они в другой трубе? Да что ж... Нет, они в той трубе. Ох, придется попотеть. Вот, ребята, вот черненькие крылья, черные наши крылья. Ну, а я пока буду пытаться их забрать. Короче, крылья мне так и не удалось получить. Вот что за фигня? Вот скажите, что за фигня? И красные крылья не удалось получить. Что я неправильно делаю, ребята? Ладно, я хотел вам показать золотые крылья. Опять же, между этой арки и этого камня. Я просто неправильно показывал вроде. Ладно, сейчас доеду. Нет, не между арки и камней. Надо просто по углам карты ехать. Ой-ой-ой. Эта карта настолько огромная, что она уже начала лагать, когда стемнело. Вот это жесть. Да почему я машины нормально заспавнить не могу? Вот почему они летят куда-то? Ладно, я пока еще крылья, а вы подпишите. Короче, я поехал во второй угол, и вот эти крылышки, Все, я их просто касаюсь и смотрим магазин, Короче, я зашел в магазин, и оказывается, что черные крылья были.
Вот черные крылья и вот наши золотые крылья. Они такие красивые, они такие красивые. А теперь я покажу вам, как получить последние крылья, зеленые. Для этого нам нужна карта Мисти Таун. И надо подойти к мосту. Так, и блин, я в доме заспавнился, блин. Спустя некоторое время я обнаружу мост. И теперь нам нужно посмотреть опоры. Опоры. Короче, первая опора. Мне кажется, что крылья там. Я просто не помню. Так, крыльев не наблюдается. Так, уберу-ка я этот вертолет. Не, проще будет вот так сделать. Да, вот такие вот колодки. Серебряные. Все. Так, короче. Ладно. Проще будет, ну, просто телепортироваться. Но опять надо уменьшаться. Блин, я так это ненавижу. Я и так черные крылья с трудом, оказывается, получил. Оказывается, получил, но с огромным трудом. Так, короче, ладно, порталы. Если это окажется не та опора, то тогда другую попробую. Так. О, это та опора! Вот наши зеленые крылышки, ребята. Они очень красивые. Так, портал убираем в сторону, чтобы я не телепортировался обратно. Вот наши крылья. Все, теперь смотрим магазин. Смотрим магазин. И вот они, зеленые наши крылышки. Вот. Это все крылья. Это все крылья. Красных у меня нет, потому что их трудно получить. Ладно, всем пока.